Сегодня ищут этих потоков, как многие разочарованы, как многие сведом страх на этом месте, как нужен бальзам врачевания и слово, сходящее от Христова. И для того нужно быть чутким, чтобы передать это слово по мере востребовательности каждого сердца. Я прохожу и осматриваю, как удалось врагу многих обукрасть. И забрал мир, а я пришел, чтобы дать этот мир, положить пластырь врачевания и сказать мир душе твоей. Соберись с силами, припоясь истиною, предстань перед лицом ее, я буду говорить с тобой, аминь. Прежде взыскать, ибо теснота идет, и многих потребуют слова, на что уповаешь ты, на что надеешься, ты должен знать упование твое, и основание под ногами твоими, краеугольный камень, на чем ты должен стоять, ибо люди будут метаться, люди будут в тревоге, но на наследии моем будет кровь завета, и тайна моя, она не открыта миру всему, но она открыта детям моим, и благодать действующая в силе, она будет проявляться. Ибо в тесноте придет пробуждение, и как важно ныне не ослабевать, как важно не хромать,